Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарские армейцы стали третьи на чемпионате России по горнолыжному спорту. Баскетбольная Самара четвертая в Кубке России. Чистая энергия дзюдо. Жигулевский турнир определил чемпионов. Чистая энергия. Открытый жигулевский турнир по дзюдо собрал молодых спортсменов из Самары и других волжских городов. За медали боролись призеры и чемпионы областных соревнований. Сборная Жигулевска выставила 9 атлетов, и четверо поднялись на пьедестал почета. Золото у Ильнара Абдульмянова, Артема Масейчука. Бронзу у Эмиля Якубова и Егора Исаева. Баскетболисты Самары с Кубка России приехали без медалей. Они заняли только четвертое место. В полуфинале волжане Суперлиги проиграли питерскому «Зениту» из Единой лиги 71-81. В бронзовом матче Самара встречалась с соперником по регулярному чемпионату страны. Темп из Ревды победил 69-47. Обладателем Кубка стала Парма из Перми. «Зенит» сдался при счете 97-65. По итогам соревнований самарец Максим Кривошеев попал в символическую пятерку турнира как лучший нападающий. Самарским горнолыжникам повезло больше на чемпионате страны. Спортсмены ЦСКА завоевали бронзовые медали. В супергиганте отличился Максим Симонов, а в суперкомбинации Геннадий Светков. Абсолютным чемпионом России в двух дисциплинах стал столичный горнолыжник Федор Мягков. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.